Всем привет! И сегодня мы рассмотрим бабушкин подарок. Как хорошо повезло внучке, когда у нее бабушка немножко техногик. В общем, погнали распаковывать. И на 6 лет Кире достаются от бабушки вот такие замечательные часы. Здесь написано: развитие, история, география, животные, числа. Контент, сказки, музыка, аудио, пьесы, погода. Общение, звонки, видеочат, голосовой чат, эмоджи. Здесь часы последнего поколения 4G с Алисой, красного цвета. Что же они могут? Приложение для iPhone, для Android. Они цветной дисплей имеют, у них есть игры, датчик снятия с руки. Если с вашего ребенка их сорвали, вам придет сразу же оповещение. MP3 плеер, видеозвонки, функция SOS, кнопка красная. Далее, аудиомониторинг. Это такая функция, когда вы можете незаметно позвонить на часы, которые никак себя не проявят, но тем не менее пройдет соединение, и вы сможете послушать, что творится рядом с вашим ребенком. Ну, послушивать за ребенком, грубо говоря. Wi-Fi, GPS, AGPS, GLONASS, трекинг. Все здесь есть. Поставляется в такой презентабельной коробочке. А-ля Xiaomi-шка. Плотный картон, матовый. Здесь небольшая книжечка, ну и соответственно часы, которые нам нужно будет достать и настроить перед тем, как дарить ребенку. Оп. Мягкий силиконовый браслет часы имеют. Две физические кнопки, наклейка, слот для, лоток для симки, микрофон есть, зарядка, производится путем намагничивания кабеля на них, датчик сердечного ритма и снятия с руки. Ну, в общем, как-то так, пластиковый корпус, заглушечки, мягкий силиконовый ремешочек, довольно-таки прикольный. Сейчас поставим симку и попробуем включить все это дело. Так, здесь у нас будет стоять наносим от МТС. Плотно заходит. Пока отклеим экран для настройки. На ремешке также есть гравировка лазерная. Я думаю, часы будет довольно-таки просто настроить, довольно-таки громкие. Также в комплект входит зарядка. Вернее, кабель для зарядки без самого зарядного устройства. Ищет сеть. Так, проверяем. С этой стороны не намагнитится, только с одной стороны.
Нам надо их подзарядить, потому что они совершенно разряжены. В принципе, я думаю, ребенку очень сильно понравится. Потому что здесь есть Алиса. Итак, нам на телефон нужно будет скачать приложение для Android. Благо у нас есть суперсканер для RQ-кодов. И мы быстро переходим установить. Ну, а пока скачивается приложуха. У нас часы уже запустились, начинают загружаться. Осталось только подождать, когда скачается приложение, чтобы соединить их в приложении. Так. Приложение весит 82 мегабайта для Андроида. Установка. Открываем. Разрешить. Так. Детские часы. Илари. Бла-бла-бла. Начать. Вот здесь, поскольку у нас на зарядке, нам надо будет... Так. Зарегистрироваться сначала нам надо будет. Так. Получить подтверждение по номеру телефона. Пока придумаем пароль. Так, пароль мы придумали, проверочный код. Когда же нам придет проверочный код? Неизвестно. Но регистрация довольно-таки веселая. И еще раз. Код отправили на e-mail, поэтому заходим сюда. И у нас есть код. Так, 8.20.41. Регистрация. Сохраняем. Так, да, добавить. Теперь сканируем код, который нам выдали часы, и соединяем их. Дальше нам нужно будет настроить только лишь картинку. Ух ты, какие у меня тут картинки. Ну, мы возьмем пока вот эту. Окей. Телефон вобьем.
Так, имя ребенка. Кира. Дата рождения у нас будет. Так. 9. Так. Готово. Нажимаем ОК. Пол женский. ОК. Рост 116, может быть. 118 поставим пока. Так, вес ребенка. У нас ребенок весит 26 килограммчиков. Первый класс. Окей. Готово. Так, где часы нам уже показывает довольно-таки точно. Ну и тут уже весь список настроек, которые можно сделать. Так, контакты. Это я. Добавляем. Ага, пригласить родных, это мы потом пригласим. Так. Тогда ладно. Геолокация. Wi-Fi. Так. Wi-Fi у нас подключена. Так. Запрет выключения даже можно поставить. Передача прав. Оповещение о снятии. Запрет незнакомых номеров. Ну, в общем... Так, чат с ребенком, домой, видеозвонок, звоню Кире. Алло, раз. Раз. Ну, как обычно, с задержкой. Понятно. Видео. Выбираем русский. Так. Так, телефонная книга здесь есть. Служебный, МТС. Мои. Так, выходим из телефонной книги, ее нужно будет почистить. Алиса, сколько времени? Алиса, сколько времени? 9:45. Ну, прикольно. Игрушка прям вообще супер. Игрушка прям вообще супер будет для Киры. Ну вот и я так считаю. В общем, как-то так. Дальнейшие настройки будем делать по мере необходимости. Ну а пока все.
Так. Выключить. Все выключаем, ну и соответственно запечатываем подарок. Ну вот, в общем-то, все настройки сделаны, аппарат выключен, подключен, все как хотела бабушка. Ну и теперь будем все это дело запечатывать. Такие вот детские часики в нашу привычную бумажечку.